Я примерно 10 лет назад первый раз пошла к психотерапевту. Было страшно, что меня выгонят из кабинета, потому что мои проблемы несерьезны. Не выгнали, как не выгоняют, наверное, большинство об этом переживающих. За 10 лет у меня было 3 отчетных депрессивных эпизода. Между этим субдепрессивное состояние. Я не опасалась принимать антидепрессанты. Принимаю их до сих пор. Меня устраивает такой вариант. Fun fact, я поняла, в чем прикол музыки, когда начала пить антидепрессант. Раньше у меня будто не было инструмента, чтобы это воспринимать. Здравствуйте! Меня зовут Ванесса Дизяй. Здравствуйте, мои хорошие. Я королева хромакея, компьютерных технологий. Вот этого вот всего. Мои хорошие, это никому не интересно. Привет, я Роман Агвайл, богиня тьмы, голубь тьмы, крысы, пауков. Прочих тварей, которые на тебя похожи. Меня зовут Ванет, я королева всех кошек и... Я сплю в лавке. Вам, наверное, интересно, зачем мы сюда и откуда такие красивые приехали? I took your word and cut myself with it. Each time I bleed, I multiply. One time to be alive, speed lies to power. You writhe and you splutter, in bondage at nauseam. A rebel in a business you made to contain me. My deception is ruthless, in fact almost blameless. A flow where your god forbids you to go. A trespass like it's art, a persecute sacristy. No dice, I drip chaos. Waiting for next realms, you die on these hills. I blaster to deathless, no thrills and no thriller. Fuck around and then slither into a business. Like I got business, and I got business. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Че, когда вечеринку будем делать? Это надо в ближайшее время. В октябре есть. Мне говорили, что есть место. Не, ну да, это неплохо, конечно, но... Я бы вот, так не делала, я бы по-другому делала. Вот знаешь, вот в 1891-м, когда Фригида делала вот тоже что-то под... Ну, тоже что-то из этого из кабаре, знаешь, вот это было прям, вот это прям искренне было. Это все вторично, господи. Эпоха постмодерна уже закончилась. А вот. Этих красавцев сзади. Парим? Да посмотри. Типа, ты не знал, что мы пиздеть? Ну, на самом-то деле, я тебе расскажу одну маленькую тайну. Сейчас уже 2021 год. Ну. Я не женщина. Плоскодонки правят миром.